Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму, Инферно Молокобала. К сожалению, там с кругом, как он назывался, там, похоти. В этом обновлении он называется Блуд, круг Блуда или Блуда. Произошла критическая ошибка, он там вылетает, когда мы переходим на следующую локацию. Это меня печалит, но... Надеюсь, это как-то исправится само собой, потому что не хотелось бы запарывать, собственно, такое прекрасное прохождение. Мод мне действительно нравится, только вот некоторые круги меня сильно разочаровывают. Гнев был ни о чем. Обман был тоже ни о чем. Вот, по крайней мере, очень сильно запомнился мне круг алчности. Кстати, кто-то меня там в ВК спрашивал... покажи меч. Где он, сука? Вот он. Клинок алчности. Дурацкая моделька, на самом деле. Еще такая времен, наверное, Обливиона. Хотя, может, даже и хуже. Потому что в Обливионе эбонитовый клинок выглядел уже вот так вот. Как мой теперешний Вакидзаси. Значит, это даже времен где-то Моровинда. Ну да ладно. Уникальное зачарование похищает от 3 до 11 золота у гуманоидных целей 3% шанс призвать стража монет. Каждые 2500 монет, которые находятся при вас, повышают наносимый урон на 5%. То есть интересная штука, такая уникальная очень. И я думаю, в коллекцию самое то. Такая вот моделька. Не очень интересная. Могли бы что-то и поярче, конечно, взять. Но зачарование и правда уникально. Мое почтение. И стоит он внушительных денег. Что ж, мы находимся возле очередных врат. Это врата предательства. Давай, заводи свою шарманку. Что ж, поехали, дорогие друзья. Круг предательства. Ух ты. Many ships have been led here, doomed to be torn apart by mighty reefs veiled in deceptive illusions. Be wary you don't fall prey to the same treachery. Don't trust anything you see here. Не доверяй ничему. То, что ты здесь видишь. Черепа. Черепа, это прикольно. Что ж, пойдем. Кстати, где бритва? Спасибо. Не подходи. Та же история. Ты оказался сильнее своих братков. Я, кстати, переустановил мод, поставил последнюю финальную версию. Кроме меня, естественно. Ну понятно. Круг обмана, да? Бесхозный сундук. Нет, я не буду его трогать. Собственно, я переустановил мод, поставил последнюю версию 1.6. И поставил последний русификатор. То есть теперь диалоги могут отличаться, но в плане перевода, как и локации. Но это уже считается последней версией, поэтому последней версией. Что можно сказать еще? Ты встанешь 100%, да? Ну конечно же. Ёпта. Идем. Да ты чё?
не надо вот этого вот кипиша. Кстати, ты какая-то слабая стала. Раньше ты была круче. Сейчас ты даже со скелетами тебе сложно справляться. Может тебе выдать что-то? А, ну да, ты же не считаешься моим напарником. Да-да, ладно. О, она справилась. Браво. Так, сейф. А то мало ли, тут сейчас вылезет мега-босс. Я буду страдать. Судя по всему, нет. Блин, прикольная локация. Ой-ой-ой. Не лезь под руку. Меня стрелой даже попали. Так. Вот и, собственно, корабль. Интересно, что же Данте подразумевал под своими словами? Это круг обмана. Значит, нас тут будут пытаться... А, предательство, пардон, предательство. Круг обмана мы уже прошли. Это еще что за срань? Капитан! 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 Дейдрическая секира, 8 золотых. Ну давай. Куча золота. О, блин. Так... Грозовой зов. Ох. Жарить-то как. Огонь преграждает вам путь. Ищите обход. Понял. Чувствую, место-то опасное. Не будем о плохом, да? Отворяй калитку. Нужен ключ. Какой такой ключ? Там что-то есть. Там капитан. Но... Мне ж туда не пройти, да? Ну, сквозь огонь, соответственно, нет. А почему ты там? Господи. Что там происходит-то? Ну, пройти я не могу. Огонь преграждает вам путь, ищите обход. Сейф. Тут может быть обход. Тут разве, да? Да не так работает. Невидимые стены. Причем этот огонь, он меня не там сам не палит. Я бы использовал что-то на него, но я же его не вижу даже. Давай-ка поможем ей немного. Есть у меня там смертельный приговор. Не сработало. Ну, наверх залезть у меня тоже вряд ли получится. Я тупо не горю. Тут вот невидимая стена. Ладно, багованный. Судя по всему, мод. Давай вот без этого, да?
Все? Отпустила? Я, кстати, тебя уже убивал. Дверь открыта. Огонь преграждает вам путь, ищите обход. Опять. Ладно, я пройду опять тем же путем, мне не сложно. А нет? Ладно. Чё это? Где это мы? Ага, то есть 5 уже есть. Ну, великолепно. Вообще ни о чем. Вот. Вот правда, да? Ой, не то. Вот здесь вот перезаписать. Мне мешает безупречный гранат. Ну давай, фигли. Ладно, так, у нас есть 5 человек минус, то есть 5 этих боссов минус 1, потому что круг похоти, мне неизвестно, как его проходить. Я вижу еще 2 врат, и они как-то там на отшибе. Пойдем. И сюда еще какая-то лестница ведет. Ну ладно, пойдем. Ой. Давай, давай, давай. Ересь. Давай посмотрим, как туда можно попасть. Сейв. А никак. Разве что прыгнуть отсюда стремительным рывком. Потому что по этой воде не пройти, это я знаю точно. Ладно. Давайте откроем ересь. Хотя нет, перед этим сделаем большой сейв. Давай, отворяй калитку. Ух ты. Вот это прикольно. Кристалл расколот и не работает. Его не починить. Обидно. There are a lot of gods out there. Who are we to say which are true and which are not? Серьезно. Ладно, пойдем. Не думаю, что мне помогут мои жалкие железки. Ой. В битве с богами-то. Ну ладно, пойдем. Неужели не будет больше таких интересных подземелий? Точнее, не подземелий, а кругов, как вот именно тот, самый первый. Круг алчности. Чё здесь? Ничего, просто арка. Раз на моем пути возникают враги, значит я иду правильно. Ух ты, твою мать. Не, я просто не ожидал, что он вылезет.
Это, по идее, должно было быть эпично. Грудная клетка, нога. Чё, конструктор Лего, твою мать? Давайте тут сейв сделаем. Надеюсь, это всего лишь статуэтка. Вот это, кстати, прикольно. Классно. Чё, не попал? О, опять эти зерлинги. Чё там, с кем ты борешься-то? Нормально все. Странное место, честно говоря. Я думаю, там, вот там будет босс. Но место, не имеющее ни логики, ни какого-то подспорья под собой. Просто забавная лока. На самом деле, вот я пока ничего такого прям, ну, в плане сюжета интересного не вижу. Что ты такое? Резная табличка. Омой руки кровью грешников, и путь откроется. Я слышу дракона. Мост Саунгарда. Ух ты. Нормальная тема. А ну-ка прочь с дороги, суки. Огненная соль. От Ранахи, значит. Не надо. Чё, кто? Кто еще хочет выйти со мной на честный бой? Опять это черви эти херовы. Сейф. Тюты. Ну где сюжет? Так все великолепно было поначалу, а сейчас что, впадло стало? Ладно, пойдем. Декорации все-таки классные, вот только сюжета не хватает. Вот что это такое? Ну что это? Искусственная сложность. Зачем? Пацаны, чё, всё так плохо, да? За что вы этого пацана так приковали-то? Может, это тоже какая-то отсылка, но я уже не помню, к чему она могла бы быть. Я почему-то не могу их бить. А не, вот теперь могу. Да ладно, не психуй ты так. Ясно, понятно, рэгдолл. В
Вечная проблема любительских модов. Чёртов рэгдолл всегда ломается. Подъем. Чё, не будет ничего? Чё, совсем? Что написано? Пожертвуй своей кровью, и путь откроется. Сейф. А тут что? Да, пожертвуй своей кровью, и путь откроется. Эликсир здоровья. О, вот это неплохая тема. И элики давай возьмем, тоже они мне пригодятся. Сопротивление электричеству, вот это великолепная штука. Черная рука. Ну давай. Немножечко крови отсыпем. Ваша жертва открыла путь вперед. Да можно было всего лишь с брони соскоблить, или надо именно мою? Ой, прикольная декорация, смотрите-ка. Мне нравится. Они всегда на застыли. Классно. Нет, только вот почему без сюжета? Этого вот это глупость. Уровень сложности легенда, если чё. Кнопка не работает. Прикольно. Пойдем дальше. Опять же стоят эти представители Молагабала. Кнопки. Я не помню, какая кнопка там давакинская. Вот это вот, по-моему. Бум. Нет, не угадал. А, это просто эта овца там идет не по кнопкам, поэтому вот и срабатывает оно. Да, прикольно у тебя булава, конечно. Вот еще одна рука. На этот раз больше. Че там вылезло такое? Непонятно. Но атмосферненько. Определенно. Да сойди ты с кнопки. Идеальное зелье магии. Безупречный бриллиант. Обычный бриллиант. Ну, нормально, деньжат-то привалило. Я, походу, в Валькирию попал, да? Да что ж вас так много-то? Упокойтесь, зерлинги. Так, эту дрянь мы обходим. Потому как, скорее всего... Ну, она может открыться, почему бы и нет. Такая подляная.
вполне в духе разработчиков. Но декорации — мое почтение. Давайте сделаем отдельный сейф. Не, мне просто нравится. Вот, на самом деле. Стилистика в этого уровня на уровне. Тавтология, но ладно. Действительно, классно. Мне нравится. Чё скажешь? За этими дверями заточен падший грешник, древняя душа, отданная Молоку в обмен на великую силу. Великая сила дается великой ценой. Это понятно. Давай, отворяй калитку. В обмен на великую силу, да? Сейф. Ну что ж, посмотрим. Ну нихуя себе. Это меч Арториаса, да? Из Дарка. Ну что ж, тогда придется тебя... Это... Стоп, у меня там что, грозовой зов стоит? Пардон, не то. Грозовой зов, да, реально. Высасывание жизни, оно мне не подходит. Голосовой бросок тоже. Стремительный рывок. Ярость боя. Не то. Элементная ярость — не то. Подчинение воли, огненное дыхание — не то. Испуг, зов дракона, зов доблести. Это мне не подойдет. Замедление времени, дружба со зверями. Бесплотность, безжалостная сила, воплощение дракона. Что-то где-то нету того. Того крика, который я люблю использовать. Наверное, он отключился каким-то модом. Ну, ладно. Элементную ярость я все-таки не могу использовать. Разрыв души, разоружение. Давай, фигли. Это, воплощение дракона. Где оно там? Высасывание жизни, гармония кин. Зов дракона. Да где он, ё-моё? А вот он, воплощение дракона. Ух ты, мать твою! Пусто. Чё за меч-то у тебя такой забавный? Очень похож на меч Арториаса. Хватит. Хватит! Что тут происходит? Хватит бомбить! Я победил! Все равно их еще 5. Это либо баг, либо... Я не знаю, что это. Понятно. Но это, по идее, должно было... дать мне еще одну душу. Давайте загрузимся, наверное. Так, ну вот и он. Собственно. Но я победил в любом случае. Это было изи.
Дальше-то чё? Или тут должна была быть какая-то эпическая битва, нет? Ой, не знаю. Давайте попробуем просто выживать в бою с этим мудаком. Ну, он какой-то изи на самом-то деле. Я кое-что понял. Там было «умой руки грешника». То есть, «умой свои руки кровью грешника». А если он не был грешником, то я не знаю тогда, в таком случае, кто был, да? Я думаю, нам стоит вернуться обратно в самую первую локу и именно там уже искать какой-то выход или продолжение этого замечательного путешествия. Давайте я уже включусь тогда, когда, собственно, прибуду на место, а то тут довольно обширная локация. Я не заметил, кстати, что при нажатии кнопки открывается вот этот вот проход. Я его почему-то не видел. Самосожжение. Нахер оно мне? Непонятно. Эльфийские стрелы, лук. Не знаю, давайте возьмем. В любом случае лук мне может пригодиться. Да успокойся ты уже, руки тянет вот это вот. Не знаю, нафиг она мне, эта сила, ну пойдем дальше. Ну похоже, что мы и на месте, да? Угу. Ну ладно, пойдем. Там я вижу драконов и прочую веселую мразь. Ух ты! Они кружатся. Это весело. Ой. На самом деле, тут удивляться нечему, что они падают за полудара, потому что у меня зачарование на обоих оружиях — вероятность смертельной атаки. Ну и чё? Ты спустись, я там тебя поломаю. Не, не хочешь? Я так-то тоже кричать умею, ну ладно. Давай, 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 давай. Куда упал еще один? Oh!
попал, я должен был попасть. Давай спускайся. Похоже, кстати, на врата в Обливиан. Покайся, удалишь свою жажду крови грешников. Когда все трое будут убиты, твоя путь очистится. Твой путь, наверное. Когда все трое будут убиты. Ты имел в виду драконов, наверное. Потому что дракона три. Вроде все, врагов больше не осталось. Три дракона мертвы. Я думаю, мой путь уже очищен. Если вам слышно музыку, так, немножечко, то мне она очень напоминает музыку из Dark Souls. Я ее выкрутил на допустимые минимумы, ну, возможные допустимые минимумы, потому что правообладатели любят придираться к музыке. Ну погнали. Ой, FPS, FPS. Кошмар. 19 FPS. Что происходит? Какого черта? Ваша жертва открыла двери в главный зал. Ау! Это было больно. Надеюсь, FPS хоть немножечко подобреет ко мне. Не, нифига, 15. Как с вами драться-то, блин, с таким FPS? Ладно, я справлюсь. Надеюсь, тут очень сложного босса не будет. Плевать, какую дверь ты выберешь. Что здесь написано? Если смолкнет песнь на яд, подымется зло. Охеренно. Открой калитку. А, блядь. Тут не надо ее открывать. Чё здесь? Кнопка. Во время битвы. Давай тогда битву завершим. Так нет же никакой битвы, ну.
Все? Теперь можно? Сейф. Побежали дальше. FPS по-прежнему 20. Уже не 15, уже лучше, уже комфортнее. Бриллианты, лишайник, сердце доэдра. Стальной лук, сердце доэдра, черный камень, эктоплазма. Но тут закрыто. И ты мне ничего не скажешь. И свет мигает, сука. Ладно, пойдем в другую сторону. Я просто не знаю, куда идти на самом-то деле. Чё это такое? Чё это за лаги? Идеальное зелье лечения. Всё, собственно. А чё делать дальше, непонятно. Ах. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом и закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео. Увидимся в следующей серии прохождения. До новых видео, всем пока!